очередной, уже четвертый этап битвы корпораций подошел к концу. Наконец-то битва корпораций спустя трех лет празднования и доминирования водоканала получила нового абсолютного чемпиона. Мы рады поздравить команду White Box. Они здорово проявили себя как в осеннем, так и в весеннем кубке. Секрет довольно-таки простой, это надо тренироваться, и тренировками мы добились таких успехов. У нас там в Вайбере создано миллион групп фирмы по каждому виду спорта, там куча дискуссий происходило постоянно, кого, куда, что, кто хочет, кто не хочет. Поэтому мы действительно старались, у нас многие ребята после ваших соревнований продолжили дальше. По теннису, да, у нас кто еще? По бадминтону девочки начали, по всем практически видам спорта, кроме футбола. У нас как бы многие сотрудники продолжили дальше там выступать на всех соревнованиях. Стабильно хочется отметить также команду Adidas, команду Турбоатом, безусловно, команду Циклум, которая, наверное, самая активная, самая слаженная команда среди всех этих компаний, которые принимали участие во всех сезонах битвы корпораций. Это, скажем так, IT-компания и не очень много активных, но всегда находятся те, кто участвует. Это самое главное. Мы не госпредприятие, которое по всему Харькову со штатом тысячи человек, у которых есть из кого выбирать. Но мы поборемся в любом виде спорта. В этом сезоне битва корпораций поставила рекорд. 25 команд, 25 компаний принимала участие в четвертом сезоне. Это пока рекорд. Харькова, Украины, подобных корпоративных турниров нет сейчас во всей Украине. И массовости такой нет ни в одном турнире. Каждого из вас хотел бы услышать по одному слову, которое характеризует вашу команду. Честность и добросовестность в игре. Счастливчики. Харизматичность. Увлеченные. Любовь. Я хочу поблагодарить все команды за участие, хочу поблагодарить все команды за то, что свои выходные дни они уделяли спорту, они становились сильнее, здоровее вместе с нами. И приглашаю всех на следующий этап битвы корпораций, который начнется уже в сентябре 2019 года. Это будет юбилейный этап, это будет юбилейный сезон битвы корпораций, пятый. Поэтому жду, присоединяйтесь к спорту вместе с нами, вместе с битвой корпораций.